Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня понедельник, и, как всегда, с вами программа «В мире знаний» и я, ее ведущая, Люаза Макоева. Мы приглашаем вас посмотреть нашу передачу, которая посвящена жизни и творчеству Мустафира Житеева. Мустафир Житеев заложил фундамент национальной профессиональной балкарской музыки. Он является первым профессиональным композитором. Оставайтесь с нами, и вы увидите и услышите много интересного. День с утра человек с рождения. Светлая память о тех, кто жил до нас, творил на этой земле, и есть прекрасный повод сегодня для нашей встречи. Добрый вечер! И чашка была, и не родись обшивался. Ничто не чувствуется так тяжело, как порой даже после смерти брата не хочется плакать. Но иногда узнаешь о человеке, который жил 50 или 100 лет назад, о котором не знаешь почти ничего и с которым не имеешь никакого родства, но повинуясь чувству этой книги, проливаешь слезы. Из Хагакура, книги «Самурай». В тот вечер они были втроем, мать и двое сыновей, младшему из которых было всего 2 годика. Удар в дверь был такой силы, что ее просто сорвало с петель. В дом ворвались бандиты, а вместе с ними то запредельное,
во что не хочется верить даже десятилетия спустя. На утро следующего дня соседи обнаружили двухлетнего малыша, пролежавшего всю ночь рядом с телами матери и брата в крови, среди беспорядочного сброса и поломанных вещей. Мальчика звали Мустафир Житеев. Ему было суждено заложить фундамент болгарской национальной профессиональной музыки. Он оставил нам музыку. Дорогие гости, уважаемые зрители, приветствуем вас на вечере памяти первого болгарского профессионального композитора, автора около 200 популярных мелодий, члена Союза композиторов Советского Союза, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской Республики Мустафира Фитильяевича Житеева. Thank you.
вечера приглашаем на сцену министра культуры Кабардино-Балкарской республики, заслуженного артиста Кабардино-Балкарской республики Кумахова Мухаддина Лялюшевича. И за кулисами, конечно, я раньше знал судьбу нашего дорогого Мустафира. Мне посчастливилось вас знать его лично, работать с ним долгие годы. Я подумал о том, что человек от того зла, что получил в жизни, стал намного добрее. Ни один человек не может сказать, что когда-нибудь услышал плохие слова от Мустафира Фетихова. Ни один человек. Настолько он был добрый, щедрый, замечательный, хороший человек. А почему он не озлобился? Потому что, наверное, любил жизнь, любил себя в этой жизни, профессию свою, свой народ. Вот и все. Сегодня мы здесь собрались, чтобы почтить память замечательного человека, заслуженного деятеля искусства нашей республики, композитора Мустафира Шевченко. Время летит неумолимо. Мы не сможем ничего изменить в судьбе человека, но сохранить память о прекрасном, веселом, доброжелательном человеке, о хороших композиторах – это в наших силах. Мустафиру Житееву принадлежит честь быть одним из первопроходцев, которые стояли у истоков балканского профессионального музыкального искусства. Он написал более 200 песен на стихи известных поэтов Кизима Мичиева, Кристина Кулиева, Сафара Макитова, Ибрагима Мамиева, Исы Баташева, Магомеда Макаева, Ахмата Сазаева и других, которые и сейчас популярны и любимы в народе. Наиболее известна в народе песня «Нальчикские вечера», написанная в содружестве с Сафаром Макитовым. Одной этой песни хватило бы, чтобы остаться в народной памяти. О ней можно говорить много. Когда я шел на этот вечер, вспоминал мои первые дни на телевидении. Он же был звукорежиссером, я пришел к диктору. Удивительно, что когда что-то ему нравилось, он подходил и обязательно хвалил. Когда ему что-то не нравилось, он никогда не говорил ни слова. Но по лицу было видно, что что-то ему не понравилось. Но никогда он не мог обидеть, подойти и сказать, что такое не так делаешь. И каждый вечер были большие отрезки времени, когда сидели в моем и просто общались. Рассказывал только позитив. Ничего плохого. Он говорил только о прекрасном. Если говорил о прекрасном, только о музыке, о стихах, о людях, которые пишут эти стихи. И действительно, с ним было очень интересно. Я думаю, что член Союза композиторов СССР 1976 года, заслуженный деятель искусства Кабардино-Балкарии с 90-го, Мустафир Житеев был рожден для музыки и жил в этой музыке. Я думаю, что и память его будет всегда граничить с личностью, с чистотой и красотой, которая есть в любой музыке. Светлая ему память и, конечно же, нам сил, чтобы помнить таких прекрасных людей. I'm not sure how to do it, I'm not sure how to do it.
I'm just me, 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 I'm just me,
Thank you.
Thank you.
Мелодический дар, светлая мера ощущения, неимоверное жизнелюбие и врожденная доброта привели молодого Мустафира к творческой деятельности. Все началось в 1957-м. Только знающие люди могут понять, каково поступать в музыкальное училище, не обучившись предварительно даже в музыкальной школе. Однако Мустафир справился, его талант был замечен, и вскоре он уже учился. Уроки композиции он проходил под руководством авторитетного композитора Трубора Карловича Шейдлера. Песни Жуцеева искренние. Они дышат бодростью, честностью выражения человеческих чувств. И этим подкупают слушателей. Даже самые сильные, глубокие образы выражены скромно и лирично. Его печаль светла, а юмор легок и прозрачен. Его мелодия впечатляет естественностью звуковедения мелодического образа. Он оставил нам музыку. Thank you.
Жук ложа нам,
что каждое преступление порождает водоворот, из которого вырывается чудовище, совершающее все новые и новые преступления. Так война была планетарным, сатанинским водоворотом, забравшим у Мустафира и его братьев отца. В эту страшную ночь 8 марта 1944 года маленький Мустафир снова увидел чудовищ, в который раз перевернувших его жизнь, оставив теперь уже и без матери, брата и отца. А кто они, если чудовища? Разве не понимали, что творят? Или прав был человек, сказавший, такое ощущение, что этот мир словно сговорился против всего красивого, необычного, яркого. Оказавшись в Киргизии, Мустафира определили в детский дом, который на самом деле был приютом для малолетних преступников. Множество ножевых ранений на его теле, память об украденном детстве, о первых шагах, которые стали самой настоящей школой выживания. Во время работы над программой сегодняшнего вечера мы переворошили множество материалов об этом человеке, практически все, что о нем есть. О его творчестве, о его жизненном пути, о его судьбе. И мы с ужасом пришли к единому мнению, что судьба Мустафира Фетеева складывалась трогательно трагично при драматичных обстоятельствах. Удивительно, как надо было любить жизнь, чтобы пройти через все, что он прошел, и не затеряться где-то там, в 50-х. А ведь поводом погибнуть, лишиться здоровья или оказаться в тюрьме у него было более чем достаточно. То, что при всей окружавшей его детство жестокости Мустафир оставался беспредельно добродушным и человечным, наверное, загадка не только для нас, но и для всех тех, кто знал его. Да и память его каким-то непостижимым образом сохраняла лишь только хорошие. Лучики света и надежды согревали его душу, не давая ей впасть в отчаяние. Видимо, так они и происходят, эти чудеса контраста, жестокие времена, а на их фоне проявление благородства, честности и самопожертвования. А еще у него не получалось обманывать. Не лучшее качество в современном мире, но иногда помогало. Как тогда, в военкомате, уже на родине, когда его призвали в армию. Офицер предложил сесть за стол и в мельчайших подробностях записать автобиографию. Миша послушно взял бумагу и постарался ничего не упустить в своем маленьком изложении. Офицер читал очень внимательно, поглядывая на новобранца. Потом он на него уже не смотрел, отложил бумагу и долго о чем-то думал. Наконец произнес: «Не надо тебе в армию, парень, ты свое отслужил. Сейчас я выпишу тебе очень долгую-долгую отсрочку. А ты иди и наверстывай свою жизнь». И он наверстывал, не ожесточившись, что было бы абсолютно объяснимо. А как-то по-детски, радуясь всему, что его окружало, готовый поделиться последним, каждый свой новый день воспринимая как подарок судьбы и возможность сделать что-то хорошее для окружающих. Он оставил нам музыку. Много красивой музыки. Thank you.
Мустафир мог выбрать обычный образ жизни с регулярными отпусками и санаториями. И тогда он, конечно, мог бы прожить дольше. Но вот только тогда не был бы тем Мустафиром, который навсегда остался в нашей памяти. Печальная закономерность, что говорить, объем работы, который ему удалось сделать, хватил бы на несколько жизней. Его работоспособность стала легендой. А простой и далекий от потребности образ жизни удивлял заявку Мустафира. Тепло, которое исходило от Мустафира, было бесконечным и неисчерпаемым. Его хватило на каждого, кого он встречал в своей жизни. Он оставил нам музыку.
Спасибо, уважаемые телезрители, что все это время были с нами, с телекомпанией ОРТК «Нальчик». На этом мы с вами прощаемся. Встретимся, как всегда, в следующий понедельник в программе «В мире знаний». Удачи вам!